жители города Уфа. Давай похлопаем. Собрались мы здесь почтить память Салавата Туилаева. Планировали стихотворение, выступление. Но, как вы видите, строили здесь спектакль. Ярмарка. Звукоусиливающая аппаратура. Поэтому здесь в тесном кругу поговорим, так скажем. Планировался автопробег в память Салавата Туилаева. Планировался он в Ишимбае. Все в курсе, что устроили в Ишимбае. Устроили ярмарку, на которую невозможно попасть. Город перекрыли со всех сторон. Устроили ярмарку, а на ярмарку не пускают. В общем, вот так вот как-то у нас происходит. Поэтому, ну, в первую очередь, спасибо, извините, как бы этот немножко разволновался. Спасибо всем, кто принял участие, несмотря на все преграды. Все, кто принял участие в автопробеге. Давайте, ребята, будем держаться вместе, объединяться и почитать память героев, несмотря на все преграды. Ну, в общем, у меня пока все. Возможно, еще что-то добавлю. Молодец. День добрый. Все наши знакомые лица. Рад вас видеть всех. Воистину, дело дошло до смешного. Где вот сотрудники полиции, вот к вам обращаюсь. Остановили в Тобаза ГАИ и спрашивают. У нас спрашивают, а что это за флаг? Да что это за позор, не знать флаг республики? Символ республики. И герб. Вот он герб наш, Салават Юлаев. Великий борец башкирского народа. Мы приехали сюда не хулиганить, а почтить память героя, который у нас гербом является. И вы там хоть доснимайтесь. Здесь народ собрался почтить память. Вот. Давайте вот почтим. Скажите, что каждый год ГАИ, который нас останавливал, они нас просили, чтобы мы убрали флаг. Чей флаг? Мы ехали... Здравствуйте всем. Кто меня знает, кто не знает. Мы ехали с Ишимбая, и каждый пост ГАИ, который нас останавливал, они нас просили убедительно прям, чтобы мы убирали флаг Башкирии. Запрещено ездить с этим флагом, ходить, передвигаться по территории, по Уфе, по Стерлитамаку, по Ишимбаю, где мы только не были, где нас только не останавливали. Нам запрещали ходить с этим флагом. Так что имейте, дорогие друзья, в виду. Да, что нельзя носить флаг республики вообще. Нельзя носить флаг республики Башкортостан. Можно? Да. А что носить можно? Не знаю, это все к ним. Кто желает что-то сказать, выходите, говорите. Вот, на самом деле доходит до того, что символ республики Башкортостан, флаг республики, уже запрещается показывать, доставать его. До чего уже это доходит? Мы не можем уже передвигаться по городам. Элементарно, многие не смогли просто заехать в Ишимбай. Не пускали. По дороге, пока мы ехали, не менее 50 машин ГАИ стояло, не менее. Но когда кто-либо из нас попадает в ДТП, по сколько часов мы машины ждем? По несколько, да. Это уже очень подробно. А по 15, по 20 сотрудников. А мы вообще не приезжают даже. Они все на ярмарке. Мы ничего не делаем противозаконно. Мы просто приехали почтить память нашего героя. Это наш герой, национальный герой. И почему вот такое происходит? Сегодня день смерти, Рамис. Сегодня день смерти, вот именно, что надо почтить его достоинство. Не простой народ, это должны быть простой народ. От коррупционеров, которые там сидят. Радмир. В первую очередь, нас должны сидеть. Сыжать. Омэгэ, Тугандар, Яхташтар, Омэгэ, Башистан, Халкэ. Да, эти утляр,
бүгін біздің белді батырымыздың талақбаевтың естелік күні, оны еске алу күні, оның өлгеніне 220 жыл. Һәм бұл батырымыз біздің бүтін батырлар көп. Халқымыз үшін, еліміз үшін күрешкен. Оны бізге жеткізу үшін күрешкен. Соға көре біз де ұшы батырымыз көп, бүтін батырларымыз көп. Батыр бау дейшпіз. Бізге нендегіне карательный іштер алып бармағандар. Оқырға дейшті өлбіз. Біз әр біріміз Салават Юлаев. Амаға! Бүрін әбиелінден. Әбиелінден бүтін елгәрі сәлем! Мұна, бізді әбиелінден тоже бідің геройымызды итке алып, бүгін Ишимбайдан Уфаға дикті автопробекте қатташыға келді кетті. Тұлғаныңдан қаршы көп кешілерді бүгін ішке сығардылар. Топ ола келем әлін себейді. Осылай да бір келдік. Беш машина. Рахмат! Салават Юлаев был нашим национальным героем. Он всегда боролся за свободу, он всегда боролся за право своего народа. Я говорить много не буду, но я скажу, что мы все вместе всегда будем побеждать. Мы все пойдем до конца и оставим наши памятники природы, наше право и наш народ. Право на жизнь на этой земле. Браво! Уважаемые друзья, есть желающие еще сказать свое слово? Есть. Зеленский район. У нас много проблем. Основная эта проблема – это экологическая. Это нас Куштау объединил. Сейчас у нас в Зеленском районе кирпичи хотят рыть. Вот. И в Айманском районе много проблем, и в Хайбулинском, этих именно экологических проблем. И их надо как-то решать, но нужно решать их спокойно, мирно. Но почему-то сегодня было какое-то давление непонятное. Как-то все куда-то не туда пошло, и сходы какие-то не те, действия какие-то не те. А надо организовываться вокруг экологической защиты нашего родного края. Именно защиты экологической. Потому что объединяемся в экологическое движение и движемся по защите экологии. Объединяемся. Спасибо. Есть у кого что сказать, ребят? Пускай Гизара скажет. Саламу алейкум, милләттәшләр, һаумыгыз, башкортларым! 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 Төвәл 220 ел элек безнең милли батырыбыз Салават Юлаев фани дөньяга китә. Хәзерге заманда кайберәләрдән һораһаң, Салават Юлаевтың тыуган, үлгән көндәрен, елдарын белмәйләр. Ярай аны. Һорайым бит, Салават Юлаев кем булган ул дип. Шул һорауга җавап бирә алмыйлар. Ә кем булган ул Салават Юлаев? Кем булган? Батыр дигете. Ул ер өчен көрәшкән, көрәшле булган. Мына біздің 15-16 августта болған халдар Куштаудағы ей бет. Шуны мен қазіргі заманда ықтиял етем. Сөйінкі әгәр де шул вақытта мен айтмайын башқұрттар деп. Біздің Башқұртстанымыздың бүтін милләттәрі башқұртта болды, татарда болды, орыста болды, сывашта болды, шында бірләшіп, әгәр де Куштауға бармағалар,
бүгінгі күнде біздің Қоштау яшамасыны. Шулай ма? Шулай. Біздің Салауатулайсы не үшін күрешкен? Еребеді үшін күрешкен, тауыбыды үшін күрешкен, ошы елғалар үшін күрешкен, күлдәр үшін күрешкен. Тарихқа қараған, тарихқа қараған. Мына әлікі заманда біздің атаулыдар нендей күреш алып барғандар, қазіргі заманда шоу қазір қабатлана. БСК, РМК, Келелер, Талайдар, Буралар, шолай ма? Шолай. Әлікі заманда есік болған. Салауат Юлаев не үшін баш көтерген? Шулық, завод, асқан кешілерге қаршы, шулық, басқыншыларға қаршы, қазіргі замандың олигархтарына қаршы ол баш көтерген. Бір жақтан ойлап қараң, ол старшинаның малайы болған, шолай дейінді. Бұған білегі де, ата старшина болған анан. Ойлап қараң тегі, қалли егіт болған, ақыллы егіт болған, ну, мажорик болған ди. Әне үшін ол баш көтерген ол? Чөнки ғаділхетлік болған. Ғаділхетлік үшін, ғаділхетлік үшін. Ә, қазіргі заманда біздің неме бара баш қосанда? Ердәрі бізді талайдар, тауларымызды құтаралар, карьер асалар, завод асалар. Біздің Башқұстанымыздың ярты әйті ерлік Сибірде ері. Қасандыр заманда біздің ата ұлтылары Сибірге үрінге үргендер. Менің ата емеңді, әсей емеңді, екі отағыла, қартатағыла үргінде болғандар. Бірақ қайтмаған. Күстеп кебергендер. Ә, біздің қазіргі уақытта ештер күстеп кетер. Мына шундай темір үрде егіттер өтіректерімен кетер. Не үшін? Әлбетте жақсы тұрмыстан төгілді. Шундай бай елде ешейбіз. Ә, біздің халық мескен халде ешей. Бір неме де өзгермеген, бір неме де өзгермеген. Ілік несі кешеген біз, қазір де шуық кешейбіз. Ярты ел кредитта. Ярты қырда үрі. Балалар өсілер ата хед, әсе хед. Ираттарған түрі қазір уақытта себеді қатын қырлар да үрі. Тәрбие алмайды. Қатын қырлардың ердері жоқ, балалардың аталары жоқ. Қазіргі халде біздің мәлде қазір бик аяныз. Шуға көре неме айтып өткім келе енді. Үйлерге әлбетте тілек бар. Түшіріп тұрлар, қарап тұрлар. Осында мына бүгінге келген барлығыға зор рахмет, ішін байларға зор рахмет. Ішін байларға төгілді. Біздің бүтін бейтарап болмаған кешілерге афарин келдігіз. Расында біздің Салауат, біздің милли батырыбыз, біздің ананың тұрған құқығымыз жоқ. Мына әлі бүгін ертеңсектен ялалар шылтыратылардың ылар барағаң ма, файл бара ма, жоқ ма деп енді бұнда келген бұнда қарашылар файл келе ме, жоқ файл бүгінгі күні келмей. Өз дома пока сидит. Не үшін келмей? Қасандыр заманында Салауат Лаевты тұтып алып бейбіт. Язалағандар, қамсылағандар, үргінге үргендер. Ә, қазіргі уақытта біздің шулай ақ егіттерімізді, батырларымызды шулы қыл қабатлана. Кесе күнде файл алсын сығып үлгермені бүгінгі күнде ертесе келіп оға ескертпей бергендер. Файл, әгер де хин барған, хин барған, тағыла ұлдықта өз дегенде. Шулы қыл қабатлана, шулы қыл қабатлана. Шуға көре милеттестер ұяныңы, бірден болайық, бірге болайық, батырларымызды ұнатмайық. Қай бірадер хүлейдер ұқ, мына біздің шундай батырларымыз болған деп. Әлсін батырлар болды 15-е, 16-е күнді Қоштауда. Ошында мұны хей Салауат Юлаевтың тоқымдары. Хей Әлсін мәғанында Салауат Юлаевтың варистары. Шынуын айды қақылы рәшті құрлана алы ағы. Ярай, одын өзің қытқағы. Сығышынды немен мен тамалмайым. Бүгінгі күнде бұнда Салауат Юлаевты бүгінгі мили батырды еткі алыға келген бі дебетінде. Сәске қалырға бірінде де сәйес ерударды көтермәнік, көтермей бізді ойда еғіні, әмәләкен көрәк дейтінді, несі қорқалар бізді. Ишінбайдан де қәл болды, бұндан де қәл болды. Шоға көрі, башлап ебірейік, шығырлардан, ердардан, кіндір қошылыр. Дәу сиратта, өзім, адақлардан болып сыққас бір шығырымды пейдап іштірейін дәдіге, шынан дауам етер біз. Яңылышып кетем, ғафу етер деген. Мәктеп елдарында ятылағайным, бәлкен онды біктемдер. Одын шиырты күл ол. Таваларға ауқсы үргіттім, арлы басқа дейді ұққынам, аяқ қайым янына құлат үшкес, біткен құшты еліп ұққынам, таваларға атқан ұққайым, тау ұрмандар аша ұлғасы, арлы басқа құшты ұлтыргенсі, бір дұшмандың ерін өтесі. Зұр рахмет! Келер сығышымызды өдеміздің рухлы башқұрттығы Минзелә Яхинаға берем. Афарин!
Unutma. Milletin ağlayınca sağır, kıraşken Unutma burdayı, yuvalkan bir halka Tamam etmetlerine baş bakın Bir düşün Kırsmayı da bir Allah Baş dormantik, bu devrimde Allah Thank you.
Дорогие друзья, давайте будем помнить своих героев, которые сражались за эти земли, за земли, на которых мы сейчас живем. Но на этой земле сейчас нас даже ограничивают достать свои флаги. Салават Юлаев, наш герой, сегодня 220 лет со дня его смерти. Он сражался за наши горы, за нашу экологию. Сейчас происходит такое, то, что да, вот напоминали по проблемам экологии. Они есть. Реки загрязненные, карьеры, горы взрывают. Давайте будем помнить, за что боролись наши деды, прадеды и наши герои. Давайте не будем забывать своих героев. Почтем память Салавата Юлаева. Коротко я добавлю. Действительно, наступили вот такие времена, когда слова раскрываются с делом. Ведь у нас в хадисах заранее четко прописано. В судный день на чаше весов будут лежать твои добрые дела и твои плохие дела. Так нам надо делать только добрые дела. Во имя нас самих, во имя детей, во имя внуков, во имя нашей земли, которая нас кормит и поит. Так вот, чтобы не было слов, у Салавата Юлаева слов не было. У него были дела. Он доказал это. Он на каторге сгнил, так можно сказать. Давайте будем заниматься делом. Меньше слов, объединяемся. Вместе мы сила. Вместе мы сила. Вместе мы сила. Вместе мы сила. И мы докажем, что делом можно победить. Ура! Олар мы таған кешілер, шығыр хелесілер, бәлкен тілмәр тұтылсылар. Башқырттар, мен Октябрьский қалағынан үшілдім. Әлігі вақытта, әзге
Салават Юлаевтың Уралын деген шығырын күпме білем, білге біліп ішеттерем. Ой, Уралым, Уралым, көгеріп яптқан Уралым, нұрға сұмған түбәлі, көкке ашқан Уралым, хіні мақтай ердарым, хіні донлай ердарым. Түнен көкке ой қалқа, алтындай балқы Уралтау, күндіз көкке күн қалқа, күміштей балқы Уралтау. Биттеріңде Уралтау, қамыштай қарағай ұрманын, итегіңде Уралтау, баластай болын қырдарын. Күздің яуын олалар, ақ, қары, ау сәскелер, Сескелер менен хандугас тәңриге тәсбих әйтәләр. Ай, Уралым, Уралым, хылыу да, хылыу Уралым. Ошо шигыр менен неме әйтәһем килә? Салават Юлаев, әле ушул дәвердә ул табигатькә кукланып, береһенән-береһе матур шигырдар язган. Бүген мин өс бала әсәһе Теләйем, киләсәктә лә безнең яш шагыйрьләребез табигатебезгә хокланып, ошондай матур-матур шигырьләр язһындар. Без табигать балаһы, без яңлы халык, без бик борынгы халык, без Салават Юлаев варислары. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Зөлфия, зур рәхмәт. Октябрьскийның башкорт теленең укытысы. Афарин! Афарин! Ярай, барыгыла зур рәхмәт. Әгәр дә тагында кешеләр булмаһа, мин сезгә бер әйтәм ди. Юкмы? Кемдер сәскә менән килгән, безгә менеп сәскәләр һалайық. Күмәктә менә фото төшәйек. Үзебезнең батырларыбызны онытмайық. Әгәр дә тарихыбызны онытмаһак, безнең киләсәгебез дә, киләсәгебез дә иншалла Алла буйырса булыр. Зур рәхмәт. Выше, выше, залезь. Нет, 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 наоборот, здесь стоим, лучше залезь. Фотографы. Девочки маленькие вперед. Только назад людей не ставят.